этого персонажа. Ну и понятно, что Ябай играет на всем практически, да, и проблем никаких нет сыграть именно на этом спирите. Будет показывать свой скилл. Там тоже было в районе 60% винрейта, поэтому вполне себе ок, соотносимые винрейты у двух мидеров вот на эту карту. Пока я смотрю то, что у Джеки Бойс не блистательный такой крипстат. О, тут у нас уже первую кровь успели сделать. Тимс добивает ликантропа. Вот и первое убийство. Тоби погибает. Причем интересно, да, то, что у нас Тоби на верхней линии стоит. Здесь все полезно будет по-своему. И лишних спулов нет. Так, Штормштормер уже снизу. Пытается реализовать невидимость. Выходит. Но слишком глубоко находился Джеки Бойс. Хотя тут три героя. Кипера злая сдувает. Домбрекер спрыгивает. Уж Джеки Бойс подставляться под ультимейт. Получается это сделать. ФБ закидается. Листлхаммер, Фишман. Лоу ХП. Добить Джеки Бойс. Получится или нет? Нет, не получается. Штормштормер штучку последнюю не сделал по ЦК. Теперь он оказывается под фокусом. Вышка бьет. Два героя следом. Метает пульс Саберлайта на сейф. Есть Деваланч. И атака здесь провалилась. Команда Энсити потратили очень много ресурсов, очень много сил. А тут Ябай поймал, приехал, отличный получился прокаст, который позволил еще и додуть котлу, чтобы сделать это убийство. Плюс деньги для схемы в приличном количестве, тоже как бы это полезно достаточно для котла, лишнюю денежку иметь, и схема уже притягивается наверх для того, чтобы просто отпушивать эту огромную кучу крипов, которая здесь оказалась, так как сюда Данбрекер прилетела, тоже у нее там, по-моему, не телепорта, в итоге не ульты нет, она с ульты прилетела, а ТП, а нет, ТП у нее есть, но не стала туда идти, решил внизу пофармить. Отлично, 2000 преимущества, 4-2 счет, уверенно начинает бум эту карту, но пока тут я смотрю, и на миде какой-то движ начался, Япай получает много урона, но Катаоми сейчас его пока такое ощущение, что не собирается добивать, он побаивается, врыв очередной заканчивает жизнь Фишмана на его сигнатурном кулаке, одном из самых сигнатурных героев этого мейджора. Летит, летит, долетает, такие же, получилось у Штормштормера вместе с Катаоми добить этого Шторм Спирита, дэмэджа хватило, но в ответ забирают Энигму. Пошли у нас, наконец, размены. Очень открытая игра. У драки снизу, драки в центре. Продолжаются вроде бы, там тоже снова какое-то давление. В общем, пользуйтесь, все для вашего удобства. 10-я минута игры. 1000 преимущества. Видим, насколько много денег у Данбрейкер. Даже очень на неплохом счету находится Йопа, который погибал несколько раз. Нападение от Тоби сейчас планируется. Много контроля пришло вместе с ним, поэтому мало шансов везде здесь уйти. Тем более я не вижу телепортов дружественных в большом количестве. Только один с кем пришел, с Тимсом, но они слишком поздно оказались здесь. Скемерлу тоже очень сильно рискует. У него еще и хукшот решили сдать. Четверо стянули сюда от команды Entity для того, чтобы сделать эти два убийства. Тимс уже вне опасности, но все равно видим, что постарались помочь. Не смещался Шторм, не смещался ЦК, полноценно файтиться здесь не хотели. Бум. Ну и просто довольствуется смертью своего кора в очередной раз. В центре. Руна волшебства забирает Штормштормер. Ну вот уже наконец-то побежал Тим с подшейпшифтом. Тос, кстати, какой-то был интересный и продемонстрирован. Штормштормер лоу КП. Нужно добивать, добивает. Япай, кажется, да, Тарспин еще один есть. Кипер узлайт задувает тоже очень мощно. По всем героям. Минус 2 здесь делают бум, отвечают сопернику. Ну и дальше, дальше можно затопить и ФПЗ. Аккуратнее, аккуратнее, аккуратнее. Все-таки получается хорошо с кем оттолкнуть ФПЗ, чтобы не было опасности. Блинк, блинк, Саберлайт купил, сейчас отличный блокхол можно было дать, но он получил урон с волны, он мог только на ноге зайти, ФБЗ до сих пор был жив, но его все-таки добивает молнии Катаоми, это минус один размен на четверых, нет, в троих, совокупности, только трое погибли, но из плюсов Япай забрал Рубик, он мог просто сразу украсть и тут же нажать его, тоже это было бы в молоко, поэтому решил не дарить, дать только один Малифайс, которого не хватило для того, чтобы законтролить, Япай ворвался опять под гречку, Штормштормер еще то сдает, но подходит сюда Данбрекер. Брейкер на ультимейте, Япай ударит какое-то количество хп, Штормштормер разбирает, слишком он придавил, Япай должен отступать, ему вообще БКБ смерть как необходимо в этой катке. Фишман очень сильно страдает, полетели за Фишманом, Япай его пытался его убить, не долетел, но все равно на экспу решил подойти. Минус 3 снова, и здесь... Минус 4 даже. 4. Ну и теперь есть возможность вышку разменять, все, кайф. Ну вот так вот, шикарная атака стороны бом, убили четверых, будут забирать тавр, ну не то чтобы они камбэкают, они... Да нет, конечно. Ему и сейчас кайфово, он ульту Зевса украл. Нормально так. Когда он попадает в руки Рубика, становится отличным оружием для разведки. Ну, посмотрим, можно и разведать, сам правда, он под вардом сейчас стоит, сразу же видит его клокерк, ныряет Фишман. Шикарная атака, Тимс может и не реализовать этот самый ультимейт сейчас. Уже ну, нажал когда-то один раз, да, сейчас КД. О, а вот и Black Hole, но здесь он лишний был, это уже точный оверкилл был, но так или иначе цель достигнута. Знаешь, почему он его нажал? Чтобы потом никто не предъявлял, что он не в КД. Нет, потому что Рубика убили, теперь можно его нажать. Прекрасных отделах форума, где есть разного рода обсуждения. Вчера я видела, там все было в дифирамбах о Юраге.
Но, ребята, пока у нас тут Япай подставился, опять попытался подхилить его ФЗ, но слишком много урона получилось. Тимс тоже не погибает, никто не... Нет, Рубика все-таки добили. ФБЗ под Веселом теперь убежать пытается. Глубоковато запрыгнули ребята из Бум. Снова попытка была задавить через ультимейт ФБЗ, но на этот раз дэмэджа не хватило. А вот их теперь на развороте цепляются. Билайт тоже прыгнул, есть Малифайс. И Джеки Бойс тоже под фокусом оказывается. Одного за другим, одного за другим. Он тут ответный минус 4, что ли, в исполнении Entity. Джеки Бойс под Веселом. Там Клокер со спины где-то погибает от рук Япая. Джеки Бойс. Пару ударов в спину. Дракон там не щадит соперника. 1 в 4. Ну и теперь блестящая атака от Entity. Они полностью отыгрывают и полностью камбэкают на 18-й минуте. Да тут на самом деле качелей хватает в этой игре. Очень много. И видим то, что самый большой плюс здесь получил Тоби на своем волке. 700 золота. Ой, и опять убили. Жесть. Но он вроде как нормально ворвался в файт. Сейчас реплей будет показывать. Он как Борис, хрен попадешь просто. Дали. Невозможно предугадать, что надо слушать наших аналитиков. Они сказали, что у Entity... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, Джеки Бойс много урона получил. Бизи также летит на своем ультимейте, что Штормера можно законтролить. Ворвался Фишман, пытался дать... Локол! Отлично! Своровать и пошел! Тимс, пошел с локолом! Он не сможет, он слишком сгорел. Убили. Ну и здесь, конечно, драка будет проиграна командой Бум. Минус 3, все качественно делал вроде бы Тимс, но урона не хватает. Минус 4, просто пробивают соперника ребята из Entity. Красавцы. Очень классно красиво сыграли, да, очень классно сыграли. Вот, а это был хороший был холл, все-таки не зря мы 24 минуты. И пришлось даже саблю разбирать ради того, чтобы побыстрее выйти в БКБ, чтобы хоть какой-то импакт был в драках. Но этого уже крайне мало. Для 26-й минуты нужно гораздо больше предметов. Нужен хотя бы еще один какой-то крепкий слот. Какой конкретно, мы еще посмотрим, что они здесь выберут. Решили выходить Бумы сразу в атаку, во вражеский лес, который находится не под их контролем. И что здесь можно сделать-то? Можно отдать саппорт их по-быстрому и никого не забрать в размен. Сейчас будет заканчиваться Аегис, но это никакого значения не имеет. Фишман пытался Фьюзи контролить, и Джеки Бойс не выживает. Очень много урона он получает от волка и его зверинца. Сам урон при этом вообще не наносит. Что-то я посмотрел на этого ЦК. Бьет, бьет, не пробивает соперника абсолютно. Много, что за предмет он собирал, я не видела. Ага, Лотар собрал себе саблю, блинк, БКБ и ну, будет собираться муншард. Так, вырывает Саберлайт. Опа. Просто в Тимса. Вот этого парня можно убить даже с блэкхол, если постараться. Ну или так, и так хватит урона, и так кажется, да, Нимбус ставится без шансов. Подставляется Тимс. Даунбрейкер тоже погибает. Сработал Штормштормер. Превосходит богов. Хукшота на этот раз не попадает Фишман. Но погоня продолжается. Джеки Бойс. Здесь на Малифайс нет Рубика. Можно кастовать себе лайф. Кастуй, блэкхол. Нас не отображается. Мы знаем, что это точно блэкхол. Тимс выкупился, своровал. Ну все, наконец. У него получилось это сделать. Сворованный блэкхол. Мы теперь ждем, когда она удаст в ответ. Нужен идеальный последний тимфайт, последний шанс это что-то сделать за счет этого лин, друзья. Это самый настоящий лин, бум, выходит. Последний, возможно, для них атаку, там есть глубокий вард, кажется, в вражеском лесу, они видят по нему Тоби. Тимс будет нападать первым, да, форстап, блэкхол, сразу ворованный в Тоби. Тоби нужно забирать Тоби, БКБ, это ладно, сбивают блэкхол, Фишман здесь. Сайберлайт рядышком тоже подтягивает вся команда, лишает жизни Штормспирита, вновь это работает Штормштормер. Минус 2, уже ничего не получился, БЗ пытается убить Сайберлайт, у того, конечно, паучьи лапки, минус 3. План не прошел, хотя интересная идея все-таки была. Надо ГГ писать по-хорошему. Ну да, скорее всего, придется сдаваться, потому что на следующий респаун уже блэкхола у Рубика не будет. Но они... Это не команда, получается. И все равно Entity решили поступить надежно. Они решили все-таки развернуться на Рошан и забирать его. Не пытаться драться на вражеской базе 5 на 5, несмотря на огромное преимущество, которое они уже показали, несмотря на откатившийся блэкхол, который уже есть у Сайберлайта, все равно они решили пойти и забрать этого второго или третьего по счету Рошана. Тыкните на него, если не сложно, господа. Спасибо большое. Второй Рошан у нас с шардом. Ну, вы можете себе спокойно тоже собирались забрать, а тут пока Джеки Бойс оказался в центре событий, что Штормера вообще не пробивает, просто ноль урона по нему. Япай также подставился, блэкхол в него не пожалел, нажать Сайберлайт и ГГ. Япай пишет в процессе кручение в этом блэкхоле. Да, что ж, я на самом деле очень рада, то, что так получилось, потому что изначально игра так хорошо пошла у бумов на линиях, что я думала, что шансов отбиться уже практически нет совсем. Но Entity справились, хорошая парочка блэкхолов, отличный фарм от Тоби, у которого была самая мерзкая линия на свете, спасли ситуацию, и это заканчивается для нас победой для них на первом карте.